большинство мотоциклистов поменяли выхлопные трубы на стоковые глушители, либо поставили флейты, так называемые дабл-киллеры, чтобы меньше был звуковой барьер от мотоцикла. Я бы рекомендовал не выезжать в вечернее время без необходимости на мотоциклах класса питбайк, потому что они все-таки имеют прямоточные глушители, и двухтактные двигатели работают гораздо громче, чем работают четырехтактные двигатели. И, соответственно, просто не усугублять и так такую ситуацию, то, что люди жалуются на мотоциклистов, стараться лояльно относиться, потому что все мы люди, все мы любим отдыхать, и тем более в вечернее время у всех есть дети, соответственно, давайте уважать друг друга.